Спортивно-игровая площадка будет установлена во дворе Гуфтинской средней школы. Оборудование уже закуплено, коммунальные службы района подготавливают место, где в дальнейшем разместится современная площадка. Погодные условия сейчас нам позволили работать, и в течение 10 дней, я думаю, все работы будут завершены. Вместе согласовали с дирекцией школы, и тот объем, который нам озвучили, мы заказали и полностью доставлены. На базе Гуфтинской средней школы функционирует и детский сад. В настоящее время там 14 воспитанников. Для занятий спортом у детей не было оборудованного места. Руководство школы не раз поднимало эту проблему. И, наконец, она решилась, отмечает директор учебного заведения Грета Тедеева. Площадка будет оборудована как детским, так и спортивным инвентарем. Наш садик более-менее популярный, потому что с удовольствием сюда приводят детей. Но так как у нас не было площадки детской, ну, несколько раз вопрос так ставился, как-то не получалось. И вот в прошлом году уже этот вопрос был окончательно решен. Вот сейчас начали уже устанавливать эту площадку. Она играет очень большую роль, потому что площадка сама как бы для детей не только место развлечения, но и для физического развития. Там будут качели, там будут турники детские. Потом она устанавливается с той целью, чтобы и этой площадкой пользовались и школьники наши. Ага, площадка на никуда, наведимая на никуда растаю. Спортом заниматься дарканджеста, на тренировку да дарканджеста. Спортивно-игровая площадка будет рассчитана на детей и более старшего возраста. Высота турников будет регулироваться. Площадка будет соответствовать всем правилам безопасности с современным безопасным оборудованием и мягким покрытием. Аналогичная игровая площадка в прошлом году была установлена на территории Хвацеевской средней школы. Анжела Кукоева, Азамат Кудзи, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня.